Сегодня 10 июня. 10 июня 1920 года по стране прокатилась волна субботников. Не осталось в стране и Самарская губерния. Советской властью рекомендовалось проводить субботники в самых широких масштабах, потому что они являются не только громадной помощью разоренной стране, но и могучим моральным средством трудового воспитания масс. Ровно 60 лет назад, 10 июня 1963 года, у Девьей горы в Жигулях разыгралась трагедия. Героически погибли четверо туристов из Ставрополя, сейчас это город Тольятти. Они спасали тонущих людей. В память о героях на вершине Девьей горы установили монумент. Кроме того, традиционно в июне у подножия Молодецкого кургана с тех пор проводится Захаровский туристический слет, названный так в честь капитана той группы Юрия Захарова. Ежегодно 10 июня отмечается сладкий праздник – Всемирный день мороженого. Кроме того, каждую вторую субботу июня свой профессиональный праздник – День мебельщика – отмечают российские производители мебели. В народном календаре сегодня Никита Гусятник. С этим днем было связано следующее поверье. Беременные женщины старались выйти в поле, чтобы ребенок был таким же крепким, как и молодой колос. Обращали на Никиту внимание и на приметы погоды. Если день выдавался тихим, ждали к осени хорошего урожая. Это все, что мы успели вам рассказать о 10-м дне июня. Всего вам только самого доброго!